Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим куриную грудку в сливочно-лимонном соусе. Для этого куриное филе помойте, обсушите, слегка отбейте, посолите, поперчите. Посыпаем чесноком сухим, паприкой с двух сторон, сбрызгиваем оливковым маслом и хорошенько специи втираем. Затем филе обжариваем на хорошо разогретой сковороде на сливочном масле с двух сторон. Буквально по пару минут до румяной корочки. На этой же сковороде разогреваем небольшой кусочек сливочного масла, добавляем 2 разрезанных зубчика чеснока, затем вливаем сливки, доводим до кипения их, добавляем по вкусу соль, перец, базилик, тертый сыр пармезан и лимонный сок. Перемешиваем и даем покипеть минутку-две. Курицу поливаем соусом и отправляем доготавливаться в разогретую духовку до 180 градусов минут на 20-25. Наше куриное филе в сливочно-лимонном соусе готово. Подаем с любым гарниром.